Ну и об одном давнишнем соревновании, что ли. Недаром ведь хотя бы на один год, но старше Москвы Тула. И там свой праздник День города начался еще накануне. Привыкать к таким панорамным видам обновленного исторического центра Тулы – одно удовольствие. Благоустроенная набережная с необычным фонтаном уже становится центром притяжения горожан и туристов. Широкая пешеходная территория, уютные скверы, зоны отдыха и целый музейный квартал. Два столетия назад это было место центром общественной жизни в Туле. Но в советское время здесь появились заводские цеха, потом все пришло в запустение. Еще пару лет назад здесь был свален металлолом. Ну и вот тот, кто затеял, собственно, эту всю масштабную реконструкцию, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Собственно, именно с Алексея Дюмина мы в позапрошлом году начинали серию репортажей портретов новых руководителей регионов из числа выдвиженцев президента. С тех пор успешно избрались губернаторы Решетников, Пермский край, Овсянников, Севастополь, Васильев, в Кировской области, Алиханов, Калининград, Миронов, Ярославская область, Андрей Никитин, Нагородчина, Любимов, Рязанская область.